Скандал в одном из магазинов подмосковного Одинцова. Продавец набросилась на ребенка, который прокатился по торговому залу на скейтборде. Вот как все начиналось. Школьник проехал всего пару метров до кассы. На эту детскую шалость сотрудница супермаркета отреагировала, мягко говоря, неадекватно. Начала толкать мальчика, хватать его за руки и за горло. Пыталась свалить его с ног. Вот что рассказывает сам пострадавший. Взяла меня за горло и начала держать. Но потом, потом я толкнул ее, и она дальше начала меня... Это было в начале. Она начала меня толкать и бить. В висок и в лоб. Как говорят родители, домой мальчик вернулся в состоянии шока. Уже там обнаружилось, что у него вырван клок волос. Отец пострадавшего обратился с заявлением в полицию.